Капитализация цифровой валюты Ripple достигла нового максимума. При стоимости одной монеты более $2 рыночная капитализация Ripple превысила $90 миллиардов, обогнав эфириум и уступив лишь биткоину. Эксперты отмечают, что рост курса обусловлен повышением спроса на Ripple в связи с анонсированным запуском торгов на криптобирже Coinbase и ограниченным тиражом монет XRP до $100 миллиардов.